Привет, привет. Ой, мы пошли прогуляться. С вами канал Life. На улице дождь моросящий, такой мелкий. Сегодня 17 ноября 2020 года. У Вовы день рождения. Да. А вот. И мы сейчас идем в круассан-кафе, чтобы купить тортик. Сейчас пропускаем машинки. Собрание зеленоградские. Мы идем по курортному проспекту. Там такой красивый курортный проспект. Мы вчера в темноте гуляли под ливнем вечером по проспекту, поэтому было здорово. Мы все мокрые были, счастливы. Вот. И, кстати, попали на показательное кормление кошек. Может быть, мой муж технически сможет вставить это кормление. У меня есть видеозапись. Сейчас купим тортик на день рождения. Будем пить чай в номере. Здесь работает кинотеатр. Вот этот вот курортный. Видимо, там только место. Количество ограничено. Люди с сеанса выходили. Видите, как улочки в Зеленоградске выглядят. Интересно. Так что мы гуляем под дождем. Я бы не сказала, что мне это очень нравится. Но я люблю море. Я люблю морские города. Калининград, и Зеленоградский, Светлогорский, Янтарный. И даже в дождь вот по курортному городу, по курортному проспекту прогуляться все равно приятно. Поэтому еще время вот часиков, наверное, сейчас скажу сколько. 11:30. Еще так город такой тихий какой-то, заспанный, моросящий. Там новый арт нарисовали на доме. Кот. В Зеленоградске все арты на домах связаны с котами. Потому что это город кошек. Видите, вот идешь, везде кошки, везде. Кошка в окошке. Кошки. Вот там вот мы дошли, где я вчера снимала. Будут показательные кормления. Сейчас подойдем. Там кормят, подкармливают. Да, там прям такая куча народу вчера была. Откуда маленький? Где он поливался? Не знаю, может, в домике. Сейчас пойду посмотрю, мне надо его покормить, да, на ночь закрыть. Я еще до него не дошла. Тут эти собрались. Сначала, думаю, с этими разберусь, а потом... Когда было показательное кормление. Видите, кто-то тоже опять кормит кошечек. Видите, вот тут есть такой вот аппарат. Видите, кошечки. Вот кошечка кушает свой корм. Ням-ням-ням. Вот. Кошечка. Черный-белый вот тут зевает, товарищ. Да? Зеваешь? Много кошечек. Ну и что? Они все равно тут рыбачат, ходят. Кто бы их покормил. Сейчас мы выйдем в скверик. Видите, там сколько кошечек ходит. Их везде. Их везде полно здесь. Кошечек. Он ходит. И мы ходим тут.
прогуливаемся. Ладно, пошли мы дальше. Сейчас дойдем до круассана. Там тоже снимаем, наверное. Включаю снова камеру. И вот тут вот прям котики-котики везде. Вот они вот какие хорошие котики. Ветер, наверное, вам задувает, но видите, познакомьтесь. Тут такой котик есть, а там вот еще один. Ох, какой хороший котик. Видите, сколько котиков. Не могу прям оторваться от них. Вон там еще киса идет. Все в цветочках, как всегда. Даже в ноябре. Видите, как цветочки цветут здесь. Ну и котик ходит. И хорошие цветочки. Регина, тебе привет. У меня сестра Регина. Мы вчера гуляли. Вот, очень интересное кафе. Смотрите. Тут, значит, велосипеды, зонтики вот так стоят. Вот тут вот столики такие, вот прям как досочки сделаны, видите? Так вот интересно все сделано. Так, очень красивенько. Прям тут вот, видите, какие столы есть. Такое кафе. Очень интересное. И там кафе-шоп. И зонтики. Советские телефоны. Да, советские телефоны. Вы посмотрите. Светофор прям сделан. Интересно. И вот тут еще один. Ну-ка, пишите, когда вы последний раз видели советский телефон. Это же раритет теперь же. Я с детства их помню, конечно, еще. И Владимир Николаевич помнит. А вы помните? Или у вас вы моложе? Может быть, вы моложе? А тут вообще таксофон есть. Вот скажите, у вас в детстве был советский телефон? Или вы не успели? Пишите обязательно. Здесь небольшой рынок есть такой в Зеленоградске. И люди даже в дождь стоят и торгуют. Давайте посмотрим, чем. Чем торгуют. Тут вот есть... закрутки, квашеная капуста, грибы, малина, до сих пор малину собирают, цветы. Вот, смотри. Там вот даже земляника есть, да? Земляника? Тут вот яблоки. Яблоки. Это что, тыква? Тут морковка, овощи, свекла. Здорово. А? Мед с левой стороны. Там мед еще есть. Да, но я думаю, что мы его еще встретим. Тут клумбочка такая хорошенькая тоже. С цветочками. Там сувениры продают. Здесь цветы. Да, сейчас мы пойдем. Бейкер, это, по-моему. Так мы, значит, не туда пришли с тобой. Да? Но нам нужно круассан. Кёнигсбейкер. Не надо. Мы сейчас найдем его на карте. Нам Ленина 3 надо. Сейчас найдем. Тут вот продают всякие штуки. Шапки, перчатки, кофты. Такие всякие вещи. В любом случае, где-то рядом. Как-то бабушки испугались, что я снимаю. Начали кутахтать немножко. Сейчас мы поищем Ленинский 3 и найдем. О, смотрите, там туалет даже есть. И найдем наш круассан. Мы пошли обходить. Что-то мы немножко не туда пришли. Думали, что Кёнигсбейкер это круассан-кафе. И сейчас мы немножко обойдем и найдем наш круассан-кафе, который тоже есть и в Калининграде, в сеть. И там должны быть неплохие тортики. Хорошие тортики. Должны быть. Надеюсь, что они дадут мне снять, потому что здесь, я так понимаю, люди редко видят камеру. Не как в Калининграде. Вот. Тут вот тоже спар есть. Видишь, небольшой. Да, можно и сюда сходить, если ты хочешь.
за продуктами. Зачем такую даль тащиться к заправке, если вот он? Ну да. Тут вот уже выход на Курортный проспект, администрация. Магазин, видите, сувениры, антиквариат, янтарь. Нам немножко сейчас придется клумбочку обойти с растениями. Вот, сейчас мы пойдем в круассан. Здесь я надеваю уже сразу маску. Мы пойдем в наш круассан. Так, я ошиблась опять. Ой, извини. Так, вот здесь. Если мы... Зайдем, а потом... Да ладно. Здрасте. Лево, лево. Я же право и лево путаю. Сейчас посмотрим, ладно? Так, есть тот, который мы всегда берем. Есть какая-то анжелина. Есть клюквенный вельвет со свежими ягодами. Есть фирменный торт круассан кафе. Так, эстерхази. Чизкейк манго маракуйя. И всякие пирожные. Булочки, макарон. Чего тут только нет на выбор. Ну что, Владимир Николаевич, выбирать тебе твой же день рождения. Что там, Максим, может, всякие, смотрите, есть. Какой интересный шоколад. Если ты возьмешь торт, который он не ест, я куплю ему эклеры. Интересные круассаны. Они сегодняшние? Не, заказ нам не надо, это долго. Какие булочки? Ты, может, ему возьмешь сэндвич? Сэндвич? Молочу. Да я думала пиццу заказать. Ему? Нет, всем. А, ну хорошо. Так вот выглядит кафешка. Тут люди сидят, кушают. Ну-ка. И есть. Может, медовик-то я возьму? Ты сам какой тортик хотел бы? Для меня это не принципиально. В общем, бери, какой тебе нравится, подходи. Скажи, вот мне тортик надо. Клюквенный вельвет я почему-то боюсь. Ну, я бы тоже испугалась, если честно. Давай медовик. Хорошо, пойдем покупать медовик. Торт медовый. Скажите, а медовый торт сколько стоит весь? Что? Медовый сколько у вас стоит? Что он в Калининграде 750, а у вас? Да? Ну, посмотрите. Мы оформляем тортик. Решила пока зайти в Хоббит. Посмотреть, тут вот акция с Черный ноябрь. Интересный
Здравствуйте, вам помочь? Да, здрасте. У вас есть аниме-фигурки? Аниме нет. Ясно. Просто вот мы в таком же были примерно в Калининграде. Там есть, я поэтому... Да. Или мы ошибаюсь, да? Ну, хорошо, извините. Нет, тут, слушай, другой какой-то. Ну, это... Мы, наверное, все-таки там пирамида называется. А ну, это хоббит. Дело в том, что... У них нет аниме-фигур. Нет, да? Не, она говорит, вообще даже во всей сети нет. Мы перепутали. Смотри, какой ежик смешной. Пирожное. Мы пошли в магазин Спар, чтобы купить какие-нибудь напитки. Слушай, Вов, а мы будем все-таки заказывать, ура, пицца? Давай. Или как? Ты вообще как смотришь? Да. Я просто не знаю, что еще кушать в этом городе. Можно сходить, в принципе, и в этот, в дачу снова заказать. То есть тебе выбирать. Ну, давай с Максимом посоветуемся, потому что он... С ним лучше не советоваться. Он скажет, идите в дачу и тащите мне еду. Ну, давай в дачу. Потому что там пицца тоже есть, в принципе. Ну, там пицца есть. Я не забыла маску натянуть на лицо. Но у меня вся загнулась, Вов, я извиняюсь. Я пока вот сейчас поправлюсь. Ладно. Закрывается. Вот мы в Спаре. Ну, хотя бы один пакетик надо взять, мне кажется. И включить, наконец, холодильник. Так. Мы купили вчера творожки. Такие умные в Ю-маркете. И забыли включить холодильник. И утром мы их выбросили. Что попить-то возьмем? Сок, да, будем брать? Не газировку. Вот сок тут есть. Нет. Газировка, а где сок? Как у них тут все интересно закручено. Как гора шоколадок. Нужна ли нам туалетная бумага? Да. Только единственное, мне бы не хотелось взять гору ее. Где сок-то? Я это так и не нашла. Взять, что ли, Максиму ногу. Сейчас. Слушай, а если Максиму взять ногу? Ну, давай. И хлеба. Или заказывать будем? Что делать-то? Не знаю, что делать. Как пакет? А, вот мешок. Так, булочка молодежная. Взяла лаваш. Вот такой вот лаваш. Я взял два сейфгарда, мыло, носки. Хорошо. Молодец. Все,
А соков я не знаю, так и не нашла, если честно. Угу. Нашли. Как же пробраться? Вот в чем вопрос. Айва, айва какая? 129,99. Перчики. Сейчас я лезу. Вот. Лезу. Так, рич. J7. Семья. Любимый. Что же взять? Этот, наверное. Возьму, что ли. И... Ну и вот этот, ну. Пролажу. Ух ты. Ставим. Ок. Больше ничего не нужно. Больше ничего и не утащить. От касса. Там мы проходим. Давай, я выйду. Давай. А ты покупай. Вот так вот. Вот так проходит дождливый день рождения в ноябре. У меня даже по этому поводу шутки есть ВКонтакте. В моей группе. Так, вот видите, как тортик упаковали красиво. Такой хорошенький. Вот мы уже тут расположились, сейчас будем заседать, кушать пиццу. Это я Максимке пиццу заказала, это нам пиццу, Маргариту. И тортик, вот, который мы купили в круассан-кафе. Вот мы все накрыли, потом сварим кофе и будем сидеть, вот, кушать. Такая прелесть. Мы решили прогуляться к морю. Спущусь вниз. Хочу именно на пляж спуститься. Потому что сегодня волна хорошая пошла. Если есть волна, то это очень приятно смотреть на морскую волну бурную. Вот. Хорошо прям бушует сегодня. Мы забыли чай там купить. Ничего страшного. Хочешь, сходим, купим, потом придем обратно. Ну, завтра у нас. Ну хорошо, завтра тогда. Там у них сколько чаек? Не, так я с ним поснимаю море сейчас, погоди его. Какое море. Волнорезы, как когда на волнорез прямо смотришь, видите, как хорошо видно. Давайте я вам покажу поподробней.
бурно-бурно пошло. Видите? Там наш гребешок образовывается. Видите, какой гребень волны? И чайки, чайки, чайки прям кучами такими. Невероятно. Обожаю море. Вечером круто.